огонь, кремень, язык, машины. На грани коллапса человечество приспособилось. Мы стали воинами, первопроходцами, строителями. Мечтатели, что мчатся вперед во главе меняющегося мира. Я живу достаточно долго, чтобы помнить прежний мир. У всех нас было что-то родное. Страна, общество, семья. Было одно провалившееся государство. Стало 10. И миллионы беженцев направились куда угодно, но только не домой. Мы зовемся неприкаянными, апатриды, воины без родины, борющиеся за выживание. Зажатые между двумя сверхдержавами, пока те маневрируют, грызутся за ресурсы, угрожая втянуть нас в новую войну. Мы направляемся в Доху, чтобы американский спутник не попал в лапы к русским. Данные на борту – отличный повод для обеих сторон отправить нас ко всем чертям. Но с кризисом нам сталкиваться не впервые. Неприкаянные из него родились. Мы воины. Мы приспосабливаемся. И это наша битва. Нет времени объяснять по 100 раз. На поле боя 2 вражеские армии, сражающиеся за захват и дальнейшее удержание секторов. Бой продолжается, пока у одной из сторон не закончится подкрепление, и она не отступит. Вот и все. Так вот, как же брать под контроль секторы? Захватить находящиеся в них цели. Чтобы захватить цель, зачистите ее от противников. Если сторона удерживает все цели внутри сектора, он принадлежит ей. Если вы удерживаете больше секторов, чем противник, тот начинает терять подкрепление. Как только они потеряют их все, победа за вами. Да, валите врага и истощайте его подкрепление. Но победу или поражение в матче обеспечивает захват секторов. Вы знаете, что делать. Двигайте! Итак, стратегия простая. Захватывайте цели и секторы и не забывайте отражать атаки. Не люблю убивать соотечественников, но придется. Вижу цель. Выдвигаемся. Слежу за вашими перемещениями, неприкаянные. Возьмите цель и не давайте пощады врагам.
Разведка сообщает, что врага здесь нет. Неприкаянные, можете направляться к цели. Мы первые! Легко и просто! Найдите и захватите цели. Этот бой еще не окончен. Вы знаете, что делать! Вперед! Цель захвачена! Этот сектор теперь под нашим контролем. Неприкаянные не подводят. Большая часть сектора принадлежит нам. Контроль над большей частью сектора. Пора отбить их. Русские отняли сектор Чарли. Последние новости. Русские зачищают карту. Так продолжать нельзя. Сектор Браво наш. Вы
знаете, что делать. Удачи. Контроль над большей частью секторов у нас. Атакуют одну из наших целей. Сектор Чарли наш. Все секторы захвачены, но так легко они не сдадутся. Сектор Браво теперь принадлежит нам. Большая часть принадлежит нам. Начинаем атаку цели Альфа-1. Покидайте зону боевых действий, иначе будете отстранены.
Сектор Браво захвачен. Наши захватывают цель Альфа-1. Они несут потери. Силы противника сократились вдвое. Контроль над большей частью секторов у нас. Контроль над большей частью секторов. Пора отбить их. Чарли под нашим контролем. Большая часть сектора принадлежит нам. Наши бойцы идут к цели Браво-1. Неожиданно! Thank you.
займет позиции. Не упускаем шанс. Контроль над большей частью секторов у нас. Они смогли оккупировать сектор Чарли. Вражеские войска контролируют большую часть сектора. Вступают в бой за цель Чарли-1. Наши бойцы не удержали цель «Браво-1». Им удалось взять сектор «Браво». Приступаем к захвату цели «Браво-1». Противники захватили все секторы. Пытаются атаковать одну из наших целей. Растут. Скоро все будет кончено. Контроль над большей частью сектора. Пора отбить их. Нам удалось захватить сектор Альфа.